Поднять паруса! Он специально это делает. Это Титаник. Большое цунами сейчас вас раздавит в лепешку. Беники, беники, бац. Всем привет! Сегодня будем смотреть интересные постройки Твисти. Вот этого грибочка. Привет. Давай вон ту этот монстр, который охотится на людей и сажает их в клетки и убивает. Какой монстр? Подводный. Вы будете выживать до корабля, а я вас буду пытаться убить, понятно? Ладно, будем бить. О-о-о-о-о-о-о-о! Все отходим, это все мне. Кнопочки. Они ничего не делают. Бесполезный мусор. Нет. Я буду капитаном корабля. Включаем PvP режим, чтобы я мог убивать монстра. Ну тут есть пушки, иначе нужно PvP. Но вообще тут будет монстр. Я так помню. Кибер, идем ко мне. Ты в портал зашел? Куда еще я мог зайти? Ой, сейчас. Идем, садись. Ты будешь, так сказать, моим помощником. Ой. Ну блин, ну залезь хотя бы на корабль. А ты где? Я упал под водой. Я тоже упал. Короче, надо идти по белой штуке. По пене. Наверное. Конфеты не кушаем, ничего не делаем. Короче, ты будешь стрелять из пушек, а я буду рулить. Я умею водить. Да, я помню, конечно, как я водил, машину летал куда-то. Ну ладно, это не особо важно. Сейчас у меня все получится. Садись на стульчик. У меня еще игра вылетит от лаков. Садись на стульчик, потому что если я за рулем, то лучше пристегнуть 1000 ремней. Давайте начинать. Вон я вижу внизу подводный монстр и его подводные щупальца. Ладно, это мне не надо было смотреть. Короче, тут открывается дверь на шарнире, поэтому она будет болтаться все время прохождения. Тут есть пушки. В смысле, куда готов? А, понял. Бежим отсюда! А, ясно. Вон... пару щупалец. Что они могут тут со мной сделать? Слышите? О, они меня могут бить. Слушай, Кибер, тебе не больно? А, их убивать же надо. Мне очень больно. Живи! Блин, мне кажется, пушки больше корабль ломаются, чем щупальцы. Щупальцы убегают. Ура, мы всех победили. Поэтому я просил вас садиться на стульчики. А почему вода красная? Ого, это что за цунами? Вау-вау-вау, цунами, нет, мы утонули. Ой, Кибер, тебя акулы съели. А, мы живем, я на высоте. Это Титаник. Деревянная копия 1000 лет назад, когда жили монстры. Ой, привет, монстр, что хотели? Мы хорошие, мы ничего не хотим. Что нам делать? Блин, я перевернут, помогите мне, пожалуйста. У нас корабль потонул. О, на помощь. Я прошел сквозь монстра, и мне хорошо. Ладно. Монстр по нам открыл огонь. Нету. Блин, почему мы как перевернутый корабль какой-то плывем? Еще живые. А стоп, нам надо монстра убить. Огонь по монстру из всех орудий. Кибер. Ой. Я не успел. Я утопил. FPS в секунду. Я до сих пор не могу понять, почему у меня не едет этот... Почему едет? Мне ничего не едет. Ух, я постригся. Молодец. Кибер, ты утонул. Почему? Поздравляю. Кибер, иди под воду, пожалуйста. Ты же утонул. Цунами вызывай, чтобы я перевернулся. Хорошо. О, я нормально. Кибер, залезай, давай. Нет. Фух, я живой. Жить это самое главное. Ладно, я... Блин, что за конвейер тут? Как мы еще тут живем? Ой, блин, цунами прикольное. Я не понимаю, как этот корабль еще живой. Ой. Прикиньте, я под водой, но я не под водой. О, кстати, привет, монстр. Я, кажись, этот. Ты меня съел, раз я тебя вижу. Привет. Можешь заново загрузить? А, ну давай, Кибер. Что будешь делать? Какой-то баган. Заново загрузи, пожалуйста. Теперь я буду вас убивать. Ладно. Так, тут есть 3 кнопки. 2 красные, 1 синяя. На какую же мне нажать первой? На все. На все? Не, ну какую первой? Давай красную. Тут 2 красные, какую, левую или правую? Эники, беники, ели вареники. А, понял. Эники, беники, ели вареники, эники, беники, бац. Это. Давай, идите на корабль, живите. Ему стульчик поставь, Киберу. Пусть он сядет. Здесь есть. Садись. А вот этот мухомор тебя не пожалеет, как я. Он не будет тебя спасать. Так что... Так, я нажал на кнопку, и что это такое? Я какой-то щупальце. Здесь двери открываются. Щупальце! О! Ой, меня сейчас убьют так. Убегаем. Куда еще можно нажимать? Еще 2 кнопки. Воу-воу-воу, цунами. Что-то этот цунами ничего не сделал. Ну какая маленькая волна. Застряли. Большое цунами сейчас вас раздавит в лепешку. Ой. Я не понял, почему мое цунами не хочет работать. Мы обманули физику. Так, не надо. Давайте.
Почему оно не хочет вас давить? Все, вы вынудили меня включить экстренные меры, ой. Мои щупальцы застряли, спасите, пожалуйста. Ой, а что с вашим кораблем, где он? Мы сбежали от монстра. В смысле? Я не понял, как вы умудрились убежать от монстра? Вот это хедшот. Я как раз выжил. Вот, единственный, кто пригнулся, тот выжил. Кто не пригнулся, тот не выжил. Ты как посмел по уху стрелять? Сейчас подводное чудище тебя съест. Что происходит? Что это за корабль, который как бы потонул, но он плывет? Что это за человек, который потонул, но тоже живет? Это той. Подводный голландец. Ой, летучий голландец. Как он плывет, если у него полкорпуса нету? Ну, летучий голландец. Моей, короче. Кто мне кепку сломал? Мне нужно найти этого человека. Давай следующее посмотрим, думаю. А то эти щупальцы меня не слушаются, ломают. Ну такая игра. Давайте будем ставить оценочку каждой игре. Те, кто смотрит этот ролик, может написать оценочку в комментах, но я дам этой постройке... игра прикольно придумана, но щупальцы ломаются, ну хотя это тоже корабль прикольно. Какой-то ненормальный. Ну, корабль вообще. Про корабль лучше вообще ничего не говорить. Ну, думаю, на... Ну, не знаю. 7 из 10, может. Я могу загрузить прошлые версии, они намного лучше. Ну, вроде должно... Ой, не должно лагать, точнее. Не должно лагать, тем временем кибер летает в космосе от лагов. Нормально. Идите туда, там конвейера нету? А, стоп, давай ты будешь управлять. Да у меня нету. Ура! Я могу ходить и не тонуть. Наконец. Что там взорвалось? Все, портала нету. Я. Все, теперь ух не вернется, портала нет. Как ты мог? Ух не вернется. Ух всегда возвращается живым и невредимым. Ух, always come back. Ту-да-дам. Не, блин, прикольно портал сломал. Как будто в Майнкрафте один блок сломал и все. Так, я буду на острове, кибер, давай. А, нет, ты же на телефоне. Ты там нас угробишь за 5 секунд. Нажму на все кнопки. Не надо. Как ехать? Твисти, как ехать? Ура, что, портал есть. Хе-хе-хе. Так, я залезаю на корабль, вроде. Как ехать? Чего я не могу ехать? Может, из-за этой белой штуки? Вероятнее всего, да. Ладно, поехали. О, я могу ехать, ура. Я такой крутой. Не, щупальца все равно не едут. А чё монстр-то там как-то корабль перевернулся? 0,1 миллиардный FPS. Мы и так победим. Ну, наверное, уже нет. Корабль... А чтобы у корабля днища-то нету. А, реально. Ты что за корабль бракованный построил? Блин, этот Арконус не хочет угомониться. Он грудит свой Чернобыль. Или... Ауч! Он бьет наш корабль. Мы застряли в его лампе. Бежим, быстрей. Как отсюда выбраться? Ну все, корабль давай приехал на конечную остановку. Другую постройку. Это все из-за Лисоград и из-за Чернобыля. Мира не будет. Война. На Лисоград. Какие лаги. Корабль рядом с чудищем и под водой. Ура, я смог перевернуться. А что если на этом корабле попробовать пройти билдсобот? Стоп, а я что, один по билдсоботу еду? А, нет. Твисти, садись на стульчик. Капитан, ух. Поднять паруса. А у нас парусов-то нету. Где паруса забыли? Я спрашиваю, где паруса ставили? Ух ты, капитан Ухагра. Наш корабль будет плыть, и все будет хорошо. Только, знаменитая фраза всех капитанских кораблей. Да, вроде так. В добрый путь. Нет, не такая фраза. Поднять паруса. Он специально это делает. Нет, поднять паруса. Поднять якорь и поднять паруса. Но у нас нет ни якоря, ни парусов. Ауч. Наш корабль. Ой. Живи, живи, давай, прыгай ко мне. Хорошо, что у тебя был джетпак. Давай, залезай на корабль и поднимай паруса, которых у нас посмотри, нет. Посмотри здесь, что в комнате. Картина какая прикольная. Ты хочешь, чтобы я встал, утонул, и все это из-за какой-то картины? Потом посмотрю, если она останется. Садись на стульчик лучше. Сейчас будет газ, газ. Есть такой мем про газ. Не знаю, что у него. Газового. Газ, газ. Газ, газ. Газ, погнали. А чё ты из пушек не стреляешь? Какой-то бесполезный матрос у нас. Матрос, огонь из всех орудий. Только не по кораблю, а по противнику. Давай по кристаллам стрелять, давай по кристаллам стрелять. Нет, не надо, пожалуйста. Я не хочу... Куда?
Блин, у нас уже корабля не осталось, а мы еще куда-то плывем. Назад пути нету, только вперед. Только умирать. Вот так вам скажу. Давайте я не буду вам врать. Мы едем и мы умрем. Ладно, поехали. Надо сломать передний камень, а то мы от него перевернемся. О, конфеты. Только одни агрессивные хотят нас съесть. Поэтому, вау, поезд. Я думаю, если мы врежемся в шоколадный поезд размером с гиганта, то хорошо это не кончится. Куда мы плывем? Может, будет пушек будешь стрелять, их и так уже скоро не останется. Обалдеть, что это за... Мне кажется, мы не в океане. Блин, ты живой? Нет, я не живой. Живи, пожалуйста, ради всех. Обалдеть, конечно. Обалдеть, у нас корабль, конечно. Самая лучшая бочка. Давай, догоняй нас. Сломай вон то зелье, пожалуйста. Нет, ты уже все, ты не жилет. Для тебя нету места. Сломай вот это огонь. Это принесет большую пользу. Ну ладно, я первый. Как-то неважно, я погиб.